Приветствую вас, уважаемые друзья! Сегодня мы будем завтракать. Завтракать мы будем сегодня. На завтрак у нас сегодня чай из цветков каштана, а также борщ. Ой, это так вкусно. Борщ, я вам скажу. Я вообще очень люблю борщ. Как вы заметили, борщ я очень люблю. И очень его люблю. Очень. Я думаю, наверное, буду варить один борщ. Это так вкусно. Вкусно. Оказывается, это культовое блюдо. И очень полезное. Очень вкусное. Очень-очень полезное. Потому что тут все нужное. Правильное, сбалансированное, нужное и полезное. Соль. Так, еще мы возьмем хлебушек. Сейчас мы все хлебушек возьмем. Хлебушек очень вкусный у нас. Домашний. Так, домашний хлебушек. Сейчас, сейчас. Так, хлебушек домашний. Такая булочка симпатичная. Не знаю, может, одной хватит. Надо будет завтра печь хлебушек уже. Так, мы можем съесть вкусную таблеточку. Она называется магний. Потом ее с чайком тяпнем. Так, мед. Орехи. Орехи. Так, орехи. Что еще можно поесть? Что еще? А, ложку мне надо. Ложку маленькую. Это большая, есть ложка маленькая. Маленькая ложка для меда. Так, ну и что, приступим. Будем вкусно кушать. Ням-ням-ням-ням. Так, всем приятного аппетита. А скажите, что у вас на завтрак? Как вы любите завтракать? Мы помним, что надо борщ посолить. С нами наш любимый кот. Мы даже не знаем, мальчик он или девочка. Это не столь важно. Важно, что он у нас есть. Приятного аппетита. Начнем. Вкусно. Так, салфетка. Нужно культурно кушать. Ой, какая вкуснятина. На улице продолжает быть ветрено. Мы сегодня никуда не пойдем. Будем заниматься домашними делами. Балдежно. Недавно меня заинтересовал вопрос о тканях. Я хочу себе новое одеяло.
И вот думаю, какое ж купить. Раньше мне думалось из верблюжьей шерсти. Оно должно быть очень теплое. Не знаю почему. Ну, потом я посмотрела цены. Здесь, оказывается, верблюжья шерсть натуральная. Она стоит баснословно денег. Но все-таки верблюды. Есть верблюжья шерсть искусственная. Но тоже не дешево. Есть там всякие синтетические материалы. Какой может быть еще одеяло? Шерстяное. И вот тут пришло такое. Материал флис. Он же теплый. Оказывается, он тоже синтетически произведен в 1970 каком-то году. Его изобрели. Сначала он предполагался только для спортивных, для спортивного направления. А потом посмотрели, что он такой классный. Стали его использовать везде. И как вкусно. Ну, я посмотрела цены на флисовое одеяло. Ну, так себе. Это, конечно, не верблюжья шерсть. Это у меня чай из цветков каштана. Я вот новых засушила. Волшебная таблетка магний B6. Очень помогает. В разных ситуациях. Так, мед. Я хотела мед съесть. Сейчас будем мед есть. Так вот, я посмотрела ж. Горяченький, наверное. Ну, нормально, да? Ой, красота. Посмотрела флисовое одеяло, флисовые пледы. А потом мне пришла такая идея, ну, какая у меня булочка получилась смешная. Вот такая смешная булочка. Что можно купить флисовую ткань, какой хотите, длинный, и сделать самостоятельно одеяло. Они там продаются по погонным метрам, понятное дело. Какие вкусные орехи. Так, сейчас еще орехи пойдем, так соль нам не надо. Орехи домашние. Из собственного дерева. Так вот, я подумала, что можно купить флисовую ткань. Сколько хочешь. Метров. И делать себе одеяло. Оказывается, эта ткань делится по плотности. Чем плотность больше, тем теплее. Здесь еще двойная какая-то там. Я нашла плотность 230 грамм на метр квадратный. Думаю, что это будет тепло. Ну, вообще, делается флисовая ткань, плотность от 100 до 600. 600 это, наверное, вообще не знаю.
Продается 230. Плотность. Написано, Турция делает. Ну, такое дело. Это я смотрела в интернет-магазинах. Как вкусно. В интернет-магазинах что неудобно. Что там еще пересылка денег стоит. И пощупать же нельзя. А что так я подумала, скоро купим плюсовую ткань. Сделаем на зиму одеяло. Вкусно. Ну вот, а теперь буду не голодная. Буду заниматься домашними делами. Конечно. Может, не эстетично с банки лопать мед. Но вот это его переливать туда-сюда. Не хочется. Так, булочку не доела. Доем в обед. Ничего страшного, она никуда не бежит у меня. Вот еще орешек. И хватит. Кусочек еще надо. Ну вот. Закончили завтрак. Опа. Бац. Всем до новых встреч. Вы замечательные люди. Пишите в комментариях, что вы любите покушать. И какие у вас домашние дела. И доставляют ли они вам удовольствие. Всех жду. Приходите.